Где искать вдохновение? Есть ли в вашей работе место для творчества? Где можно провести грань креативностью и ее отсутствием в той или иной профессии? Вдохновение и творческий потенциал в большей мере зависят от самого человека. Подумайте сами, есть живописцы, унылые копии картин которых редко и неохотно покупают на набережной туристического городка, а есть сварщики, которые в свободное от работы время создают из металлолома такие удивительные статуи, что их можно отдавать в музей сию же минуту. Каждый человек нуждается во вдохновении. Успех приходит только к тем людям, которые находятся на душевном подъеме и жаждут выполнить свою работу идеально. Вдохновение – это порыв, идущий изнутри. Именно от него взгляд становится ярким и заинтересованным, возникает море идей. Работоспособность взлетает до небес и кажется, что сейчас любая сложность по плечу. Конечно, хорошо, когда такое состояние является для вас обычным. Но что делать тем, у которого вдохновения нет и кажется, что не предвидится? Ответ настолько простой и короткий, что он может показаться вам абсурдным. На самом же деле вдохновение вокруг нас. Стоит только научиться его разглядывать в повседневных вещах, как сразу же вы войдете в мощный творческий поток, который будет помогать вам достигать жизненных вершин. Упражнение для вдохновения. 9 советов для вдохновения. 1. Изучайте чужие работы вашего направления, которые получились на редкость удачными. В результате у вас появится некая белая зависть, и вам тоже захочется творить, чтобы доказать себе и остальному миру, вы способны на многое. Чувство соперничества дорогого стоит, ведь оно дарит море энергии и прилив сил. А когда вы знакомитесь с чужими достижениями, то у вас в голове возникают мысли о том, что вот здесь вы бы сделали иначе, тут немного подправили, именно так и возникают замечательные идеи, которые вам нужно будет воплотить. Кстати, изучение работ других – способ создания известных новинок многих людей. 2. Если у вас есть портфолио из собственных удачных работ, регулярно пересматривайте его. Когда вы вспоминаете, как вы их создавали, у вас возникает желание вновь окунуться в то счастливое состояние творчества и радости. 3. В ваших силах сделать так, чтобы работа стала для вас источником нескончаемого удовольствия. Немаловажная роль в этом отводится атмосфере, если у вас на рабочем столе царит идеальный порядок. Рядом находится кружка с ароматным кофе. На стене висит фотография любимых людей, а на подоконнике стоят прекрасные цветы. То ваши творческие способности изначально выше, чем у множества людей. Поэтому добейтесь того, чтобы просто нахождение в вашем кабинете было приятным и комфортным. 4. Слушайте свою любимую музыку. Если вы фрилансер и работаете на дому, пусть приятные композиции играют на фоне весь день. Мелодия прячет в себе сильную творческую энергию, которая будет регулярно вас подзаряжать и давать новые силы, повышать вдохновение. 5. Регулярно читайте классическую художественную литературу. Постоянное чтение замечательных авторов позволит вам не покидать творческий поток, и вопрос, где же прячется вдохновение, больше не будет вас донимать. 6. Если у вас бывают периоды, когда в голове нет никакой идеи, да и желание трудиться тоже отсутствует, займитесь чем-нибудь другим, каким-нибудь творческим делом, которое вам очень нравится. Например, порисуйте, приготовьте блюдо по сложному кулинарному рецепту, поскладывайте пазлы, отправьтесь на прогулку. Что касается таких вещей, как сериалы и видеоигры, то они расслабляют мозг и снижают концентрацию внимания, поэтому прибегать к ним не стоит. 7. Как можно чаще вспоминайте о своих мечтах, целях и планах. Представляйте свои достижения. Пофантазируйте о том, как бы выглядела ваша выставка, какой прекрасный дом вы бы купили на свои деньги. В результате ваша мотивация повысится, вместе с ней придет и вдохновение. 8. Не бойтесь показывать миру свои результаты и достижения, пусть даже они и маленькие, не относящиеся к вашей профессии. Например, вы занялись серфингом, прокатились на слоне или поднялись на вершину горы, выложите фото в соцсети, чтобы иметь повод погордиться своими усилиями. 9. Как можно больше путешествуйте. Причем поездка может быть бюджетной или даже бесплатной, соседний город, ближайшая область, деревня у ваших пожилых родственников. Даже такие путешествия позволят вам сменить обстановку, обрести новые знакомства, увидеть новые и интересные места. Каждая такая поездка меняет вас в лучшую сторону, и домой вы возвращаетесь изменившимся человеком.